бабочки спрятались. Холодненькие, готовые, одинаковые. Сейчас мы их с вами проверим, какие они на вкус. Всем привет, привет, привет. С вами канал «Лучший на планете Марс». И я сегодня снова у Владимира. Его гостеприимный дом всегда рад полетам на Марс. И именно сегодня мы стартуем отсюда. Привет. Здравствуй, Володя. Сегодня есть предложение провести батл. Есть камеди-батл, есть... там дансинг батл. А давайте сделаем водка батл. Водка батл. Водка батл на Марсе — это лучший батл вообще. Причем два непримиримых соперника. Это водка Абсолют, шведская водка Абсолют. И водка Финляндия. Ну, название говорит само за себя. Ну да, Абсолют и Финляндия. Швеция против Финляндии. Водки по большому счету одинаковые. Хоккейный чемпион. Нарушение Лепесто. Ну, в принципе, как силовой прием это годится, да? Водки, по большому счету, одинаковые в ценовой категории, да? Какая из них лучше, я не знаю. Они постоянно с собой ссорятся, наезжая, да, в рекламе одна друг на друга. Мы сегодня все-таки с Володей попробуем. И попробуем сравнить и сказать вам, какую купили бы мы, какую бы мы попробовали. Ты любишь компот из сухофруктов? Иногда. А я всегда. Значит, вкусы по большому счету у нас с тобой разные. Да, разные. Разные вкусы. Хорошо, ты любишь Кока-Колу или Пепси-Колу? Раньше любил Пепси. Блин, я Кока-Колу. Вот видишь, у нас разные вкусы, и давай мы сейчас... Ты любишь Мерседес или БМВ? Я люблю твой БМВ. Ладно. Открывай. Начнем. Да давай, ну открывай, ты это, ты это. Еще так мучиться слегка, и все. Так, меня учил президент компании Volvo. Открывать так водку? Да. Чуть ты так ручку наклоняешься, может, поспешишь. Кстати, вот я хотел обратить ваше внимание, что 07 Абсолют выпускается вот с такой пробочки, выпускается с дозатором. Смотрите внимательно. Вообще, водка Абсолют, у меня большая коллекция водки Абсолют, все водки без дозатора. И только вот... А с дозатором? Да, серьезно тебе говорю, 0,7, вот именно 0,7, она идет с дозатором, с такой с двойной пробочкой, так что имейте в виду, если вам такая пробочка попадется, это... Не левый. Мы никогда не покупаем, мы не пьем с тобой левый, мы покупаем с акцизными марками. Ну, акцизные марки — это еще не гарантия, что ты не левый, да? Да. Оператор может стоять поближе, прямо в упор. Слева у нас Финляндия. Слева у нас Финляндия, справа у нас Абсолют. Итак, батл. Финляндия против Абсолюта. С чего начинаем? С Финляндии. Лёха катается. А почему? Оп. Да? Ну, замочили. Да, здорово. Ты смотри, как хорошо. Ну, давай. Финляндия. Образец номер один. Запах замечательный. Чистая водка. По-своему жестковато. Ну, север дает о себе знать. Ну, холодный, мы охладили, очень хорошо охладили. В снегу. Да. Как это должно быть. Настоящая Финляндия Абсолют. Охлаждается в снегу. Летом проблемы, ну, пейте водку зимой. Да. Ну, давайте. Финляндия, номер один. Ваше здоровье. Пьешь без тоста. Я не буду брать тебя больше с тобой на Марс. Я сказал номер один. Отличная водка. Да? Отличная водка. Хорошо, отличная водка. Нет, это мое мнение. Ты можешь не соглашаться. Водка, вот она, я отличная водка. Настоящая классная водка. Мужская такая, хорошая, чистая. Да. Я бы сказал, надежная. Мне понравилось. Ну, в принципе, водки должна быть. Водка — это самый честный напиток. И его главная цель, чтобы пьющий опьянел. По большому счету, никакого вкуса в ней не должно быть. Ароматов не должно быть. Чисто и... Ну, чтобы утром не болела голова. Ну, это да. Это очень важно. Водка Абсолют. Абсолют. Образец номер два. Образец номер два. Ваше здоровье. Итак, Абсолют. Поехали. Слушай, она пахнет так же. Может, сначала понюхаешь? Может, я попробую. Куда ты торопишься? Куда ты торопишься, дружище? На Марс мы всегда с тобой успеем. Честно? Честно? Вот честно. Я... Я практически разницы не заметил. Может быть,
чуть-чуть мягче абсолют. Чуть-чуть. Может, наверное, потому что второй шоу. И то потому, что вторая, да. Практически, что это, да, водка просто классная. Просто классная, вкусная водка. Классная, вкусная водка. Оправдывает свой ценовой диапазон, потому что качество себя говорит. Вот 1000 рублей за 0,7, ну, в принципе. Ну как, ну, у нас сегодня, тут же ситуация какая, есть акциз, есть налог, есть куча нюансов, которые не зависят от производителя. До прилавка мы знаем, что доходит продукция, которая уже обложена там очень много налогов. Слушай, давай впервые, ну, это... давай впервые делай водочный коктейль. Филиалью плюс абсолютно. Давай поменим в одной рюмке, а? Кубок дружбы! Кубок дружбы! Мы становимся с тобой, наверное, алкоголиками. Вадим, у меня вот тут больше немножко абсолютно. А я тебе, да, чуть-чуть абсолютно. А ты мне что, да. Друзья мои, вот сегодня такого вы точно не решение батла. Мир во всем мире. За мир во всем мире. За мир в Швеции, Финляндии. Мы делаем коктейль. Половина Финляндии и половина абсолюта. Назовем это коктейль Марс. Кстати, классное название. Финно-шведский Марс. Нет, просто, нет, на, просто Марс. Марс, да. Коктейль Марс в каждый дом. За вас добра в каждый дом, хороших напитков в каждый дом. Не болейте никогда, не пейте много, пейте в хорошей компании, и будет вам счастье. Хорошие коктейли в каждый дом. Ваше здоровье. Запах приятный. А на вкус-то хороша. Всего вам доброго. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы с вами. Пока. И, друзья мои, запомните, водку надо пить холодной. Это обязательно. Потому что охлажденная водка, она раскрывается уже внутри. И абсолютно с тобой согласен. Непременно. А ты меня уважаешь. А вот закусок. Горячими закусками. Давай. Пока-пока.